Сегодня покажу, как приготовить глинтвейн из красного вина на костре и, конечно же, в казане. Мой рецепт глинтвейна универсальный и очень простой. Вы сможете его повторить и в домашних условиях. Этот рецепт согревающего напитка из красного вина пришел к нам из средневековья, когда северяне в суровые зимние времена согревались с помощью подогретого вина с разными пряностями. Мы не будем нарушать традиции и приготовим глинтвейн в реальных зимних условиях. Так глинтвейн будет еще вкусней. Для начала нам нужно расчистить место для костра. И наш пушистый друг в этом помогает. Если вы хотите зимой разжечь костер в лесу, вам нужно будет найти сухостой. Потому как древесину, лежащую в снегу, вы не распалите, а живые деревья рубить нельзя. Природу нужно беречь. Пока разгорается костер, приступим к приготовлению глинтвейна. На мой объем 1,5 литра вина я использую 2 апельсина и 0,5 лимона. Я предпочитаю готовить по традиционному венгерскому рецепту, поэтому специи для глинтвейна это будут корица и гвоздика. На объем в 1,5 литра вина будет достаточно 4 палочки корицы и 10-12 бутонов гвоздики. Вино для глинтвейна рекомендую брать красное и лучше всего домашнее, либо красное сухое столовое вино. Еще можно варить глинтвейн из белого сухого вина, но я все же выбираю красный цвет. Теперь ставим казанок на огонь и немного разогреваем вино. Добавляем около 100 грамм сахара. Варим глинтвейн до полного растворения сахара, не доводя смесь до кипения. Температура должна быть в районе 70-75 градусов. Можете немного попробовать на вкус и затем снимите котелок с огня и дайте глинтвейну немного настояться в течение 10-15 минут. Вот и все, наш глинтвейн готов. Остальное можете перелить в термос, чтобы сохранить температуру и еще больше дать настояться напитку.